трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Центробанк задумал то, что владельцам и сотрудникам подпольных автосервисов может сниться в страшных снах. Ведомство предложило пересчитать все точки по обслуживанию и ремонту машин в стране. Не только пересчитать, но и внести их в реестр, а также разработать свод правил, которым они должны соответствовать. Как заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, этот вопрос принципиально важен. Трасса 101. В России насчитывается около 150 тысяч автомобилей, работающих на газе. Через 3 года их должно быть в 2,5 раза больше. Такую задачу озвучил замминистра энергетики Кирилл Молодцов. Попутно чиновник раскритиковал идею популяризации электромобилей. Это путь западных стран с их небольшими расстояниями, отметил Молодцов. У нас же надо увеличивать парк машин на газомоторном топливе. Трасса 101. Средний возраст легкового автомобиля в России составляет без малого 13 лет, выяснило агентство «Автостат». При этом самый молодой парк легковушек в Татарстане – 9,5 лет. За соседней с нами республикой идут Москва и Ханты-Мансийский автономный округ. Самые пожилые авто, выпущенные 20 с лишним лет назад, в Камчатском и Приморском краях, а также в Еврейской автономной области. В целом же за 2016 средний возраст легкового авто вырос на полгода. Осенью этого года Volkswagen представит новое, 6-е поколение модели Polo. Ожидается, что машина станет больше и, соответственно, просторнее внутри. В линейке моторов будут как бензиновые, так и дизельные агрегаты. Самый маленький из бензиновых – 3-цилиндровый, объемом 1 литр, мощностью 65 лошадиных сил. Новинку оснастят информационно-развлекательной системой с большим сенсорным дисплеем. Не исключено, что топовые версии Polo получат полностью цифровую приборную панель. Трасса 101. Самая распространенная в России иномарка – Ford Focus. Ранее упомянутый «Автостат» насчитал почти 700 тысяч таких машин. На втором месте с небольшим отрывом – недавний лидер рейтинга – Toyota Corolla. Третью строчку занимает Renault Logan. Четвертое и пятое места у Hyundai Solaris и Kia Rio, соответственно. Также в десятке – Chevrolet Niva, Daewoo Nexia, Toyota Camry, Volkswagen Passat и Volkswagen Polo. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.